Яблочки проводим через терку. В этот раз решила так сделать. Потом добавим в пирог. Сок, конечно же, будем выжимать. Покажи еще тесто. Тесто тоже готово, да? Угу. Тесто вот такое получилось. Так, да, я добавила два яйца, сахар, сливочное масло, потом сметану. Сметану я готова смешала, вместе добавила. Можно на молоке тоже приготовить. Я в этот раз без молока делаю. Что еще у нас там? Тут можно немножко размешать. Размешите тесто, ванилин и мука. Все. А, еще для цвета добавила какао. Смотрите, делим на две части, так. Ямочки будут у нас посередине. Сейчас яблоки, да? Сок я уже отжала. Вот такой получится сок. Нет, то, что яблочки по цвели, это нормально, ничего страшного. С ними не произойдет. Сейчас будем запекаться-то. Это ничего не мешает. А ты? Она не размажется? Даже если он смажется, ничего страшного. Все, сейчас отправим в духовку. Вот так, да? Да. Все.
Духовка сейчас.